Добрый день. Зовут меня Оксана. Мне 49 лет. С детства увлекаюсь рисованием, но, к сожалению, с большими перерывами в моей жизни. Последние 2 года опять вернулась к этому хобби, этому увлечению. На данный момент я больше увлекаюсь рисованием, чем какой-либо другой деятельностью, но также разными интересными вещами, которые, не знаю, рукоделие, проба, что-то новое создавать, смешивать различные техники. Мне это нравится, мне интересно. А вы посмотрите, что из этого получилось. Большое спасибо. Проснувшись ранним утром и выйдя на луг, ощущаешь приятную летнюю прохладу, несмотря на жаркое лето, и улавливаешь слегка уловимые ароматы трав и цветов. Ощущаешь нежное солнечное тепло. Все наполняется жизнью. Пусть эта работа вызывает эти ощущения, приятные эмоции, желание жить и творить добро. И делиться этим с нашим необъятным миром.